Меня зовут Джефф Донахью. Я работаю в организации ICPC. Я помогаю Уральскому федеральному университету самым достойным образом провести финал чемпионата мира по программированию 2014 года. Российские команды традиционно сильны. Они были чемпионами мира. Они установили высокую планку решения конкурсных заданий. Вот что бы я посоветовал своим друзьям. Сходить в ресторан и попробовать русскую кухню. И второе — это пройтись по красной линии и насладиться видами города. Это я бы посоветовал всем друзьям, которые хотят приехать в Екатеринбург. Что мне нравится в русской кухне, так это ваши супы. Они просто восхитительны. Я сам варю борщ, и мои соседи говорят, что очень вкусно. Три вещи, которые нужно сделать, пока вы в Екатеринбурге. Первое — пройти по красной линии. Второе — посетить экспозицию металла. Она мне очень понравилась. И третье — съездить на границу Европы и Азии. Нужно обязательно посетить это место, где встречаются два континента, и встать одной ногой в Европе и второй в Азии. Это очень интересное впечатление. Вот те русские слова, которые я знаю. Спасибо, IBM, да, бабушка, борщ. Вот и весь список.